большая, Блокнов из Колумбии, из Бразилии, из Грузии. Это будет интересно, как люди, журналисты оценивают сегодняшнюю ситуацию. Как так для нас, ну, я... Вот это очень ценно, спасибо. Это да, возможно, это мы сделаем. Люди, когда я пишу о Москве, там так много количества людей на мой блог заходят, что это посчитать уже невозможно. И еще хорошо было бы, я вот пару дней назад нашла презентацию, это был проект Колумбийского университета. Ну, ребята, студенты, которые делают для лекций презентации, они просто это оставляют на сайте. Это интересно, там я нашла бизнес-модели, как вот, в общем, как другие миссии там, это Пришлите ссылку. Ну да, я могу. Да. Это возможно, вот то, что вы говорите, сделать ссылки, это возможно. Тренингов в ближайшее время не обещаю, но мы над этим работаем. Да. Как правило, я сделаю видео, чтобы была на сайте, какие-то плакаты новые, так много, что можно найти здесь, но только в Рудене так много, что можно найти для блогов, материалов, что... В общем, помогите, помогите ресурсу, это вот, собственно, то самое средство массовой информации, контент которого может создаваться вот той самой целевой аудитории, которая... А насчет доверия, я знаю бренда уже где-то, я вспоминала, наверное, 8-9, но российская версия, я только что узнала, для меня... Я не знаю про иностранную версию нашу, потому что мы в 2004 году родились, но у нас был ресурс организации. Мне кажется, сначала было МПО, да, или как вы работали? Я очень рада. Можно мы потом в кулуарах продолжим? Да. Все потому что у нас изменился. Александр Анатольевич, мы предоставляем слово. Александр Анатольевич Бродильников, профессор кафедры массовой коммуникации. Тема его выступления «Жизнь и смерть бумажной прессы» как раз логическое продолжение разговора. Попробуем говорить в микрофон. Ну, я хочу вначале поздравить нас с собственным 30-летием. Первый докладчик был, это моя студентка Катя Симар, которая сейчас называется Екатерина Геннадьевна Шапочка. Вот. И когда мы начинали в 81-м году наш, как говорится, сегодня современный законопроект журналистика в РУДН, мы стали перед проблемой, как учить, кого учить и чему учить. Наш заведующий, книжку которого Катя показывала в контексте жизни, пришел из МГИМО, а двое остальных, я и Плехин, пришли из МГУ. И там всегда учили очень узко. То есть в МГУ есть газетное отделение, радио, телевидение, международное, там фотожурналистика, была даже религиозная журналистика. Вот. И поскольку мы закончили МГУ, мы знали не только хорошие его стороны, но и не очень хорошие. Поэтому мы решили от них избавиться. И тогда мы предложили новый проект универсального журналиста, который вот сегодня показывали на экране. То есть мы решили, что для студентов РУДН нужно готовить сразу человека, который будет работать во всех сферах. И в печати, и на радио, и на телевидении, и вот теперь в интернете. И 30 лет назад мы угадали этот процесс. Понимаете, почему? И теперь все студенты, которые сидят здесь, они у нас на втором курсе. На первом курсе проходят теорию, на втором проходят печать, радио, на четвертом телевидение, на пятом мастер, журналистское мастерство, то есть это мастерские, и в конце концов они выбирают себе, так сказать, раньше они выбирали себе одну СМИ, а теперь они, в общем-то, оказывается, что могут работать прекрасно в интернет-сайтах, как раз во всех вот этих конвергентных. Ну, а теперь к теме. Я вам буду говорить о самом важном, о жизни и смерти. Ну, не вообще, а в печати. Сегодня, между прочим, эти разговоры идут все больше и больше, и мы сегодня их слышали, да, у уважаемого докладчика второго,
звучало. Да? Время газетной журналистики заканчивается. А я, кстати, преподаю как раз газетную журналистику. То есть можно подумать, что мое время тут заканчивается. И надо уже, так сказать, сматывать удочки, сливать воду, как там еще. И тихо уползать. Но я вам хочу сказать, что несмотря на все разговоры, мировая газетная отрасль не умирает, а напротив, в 81 стране тиражи газет выросли в этом году. Число газет в целом по миру тоже растет за счет выпуска изданий для узких целевых аудиторий. В Азии количество платных ежедневных газет выросло на 20%, в странах Латинской Америки на 17%. Особенно сильно газетчиков радует тот факт, что печатная реклама обходит по эффективности и влиятельности другие сегменты медиа, и это позволяет надеяться на то, что рекламодатели не откажутся от бумаги и рекламного носителя. Еще более показательные цифры. По охвату аудитории газеты по-прежнему эффективнее интернета на 25%. Газеты читают 2,5 миллиарда читателей, а интернет только 1,9. И это без бесплатных газет, которые кругом нам суют, где только можно, начиная от входа в метро. Однако, несмотря на такие довольно радужные цифры, цифрами всегда можно манипулировать, все-таки действительно газетная пресса, бумажная, она потихоньку сходит на нет. И вот появилась даже книжка с очень оптимистичным названием «Когда умрут газеты». Вот тут точно сказано, что они умрут в 2035 году. Так что еще можно поучить вас, и вам еще можно какое-то время поработать в них. Вот. Кстати, очень хороший автор Андрей Мирошниченко, он, между прочим, руководитель школы эффективного текста, колумнист, и вот это все, что он здесь собрал, это его тексты в блоге на слон.ру. Он там 2 года эту книгу, так сказать, писал. Вернее, писал, в блоге писал. Значит, о чем он говорит? И я с ним согласен, что пресса умрет по нескольким причинам. Первая причина – цифровой способ передачи контента вместо аналогового более экономичен и не требует расхода на бумагу, на типографские услуги, распространение периодики через сеть газетных киосков, почтовые. На что, собственно, уходят основные деньги, понимаете, в газетной прессе. Поэтому все бумажные издания уже заготовили себе плацдарм в новой информационной среде в виде собственных электронных версий интернет-сайтов, а то и порталов. Там готовится внизу, что они просто так разбредутся по бирюсу. Вторая причина, более важная. Вторая причина в демографии. Поколение меняется, и складывается ситуация, что семейная традиция выписывать газеты прекращается.